Всем привет, ребята. Ну что, у нас сегодня будет тест вот такого вот ворожея. Показывал ему ворожея с оживой, но есть вот самая топовая сборочка на деф. Это Эссо на сегодня, священный огонь. Конечно, можно поставить восьмерку рунами на оживу, будет тоже интересно. Но тут вопрос в том, что вы туда ремки не поставите. Ему ремка всегда нужна, то есть, чтобы он сразу включался. Вот такой вариант у нас. 5-5 доспех стоит в снаряге. Он у меня собран рандомно. То есть уклонение, жизнь, крит сопротивление, атака. Такая вот сборка. 20-й прорыв. То есть у него максимальный... Так, где там наш ворожей? Мы его не выставили. У него получается... Максималка общая вот такая вот 31 тысяча, 32 даже. Чуть-чуть не дотягиваем до 32, ну практически 32 тысячи. Жизни, как видите, около 600. Ну, плюс еще СО дает, плюс доспех дает. В общем, сейчас посмотрим. Поставим ему ангела, то есть для дефа. И давайте еще поставим, вот ради интереса, камень воткнем. Посмотрим, что с этого получится. Можно много разных рун, то есть на PvP локации однозначно надо будет ремка. И опять же, Фрей его будет сливать, как бы вы ни старались. Фрей все равно его будет сливать. Так, где там наша каменка? Вот так вот. Поехали в рейд. Увидите, сейчас смотритель его опять же льет очень запросто. Там смотрителя нет, что ли? Интересно, интересно. Вот отлично, ворожей против ворожея, смотрим. Так, у нас башенки, но он что-то моего не пробивает, нифига. Прикольненько. Ну и мой не пробивает. У него... А, не, мой все-таки пробивает хоть как-то. У моего просто станет очень сильно. Но его не пробивает нифига. Посмотрите на его деф. О, отлично, зарядили фрайку. Вот фрай бьет по 22к, нифига себе. Вот это танчище, ребят. Блин, жалко, он сейчас дальше не зайдет. Было бы интересно посмотреть, как он будет дальше воевать против того же самого Некроса, чтобы как он будет его дамажить. Но опять же, не пробивают. Конечно, он станет. Давайте кого-то другого попробуем. Так, ну тут кучно стоят герои, это неинтересно. Надо так, чтобы раздельно. Так, Хрон. Ну, давайте на примере Хрона посмотрим. Вот смотритель уже есть, смотритель ударил, и как видите, прилично так отнял здоровье. Ну а так, стрелок. А тут зарядится или нет? Нифига себе, ребят, ну посмотрите на это. Хрон с тенью просто отдыхают. Вот это реально танчище. Честно говоря, удивлен. Как он держит урон. Офигеть, он и Хрона захерачил. Он сейчас тут еще и героев посливает нафиг. Если, конечно, дойдет. То чувство, когда у тебя ворожай максимальные прокачки, он просто тупо шатает героев. И, конечно, тут смотрители есть еще. Вот видите, что смотритель делает. Давайте попробуем сейчас собрать героев так, чтобы у нас не было бонуса. Так, зеленый поставим. Так. В принципе, сейчас не должно быть уже смотрителя. Но со смотрителем, как видите, просто жесть. Ну а вот Фрея. Без вариантов вообще. То есть Фрея на 3 разогналась и все.
Какая бы у вас тут не была. Ну, хотя, в принципе, она снимает бафы, но толку, что она их снимает. Ну, в общем, вот как-то так. Но стрелок и все остальное просто не пробивают. Единственный вариант, это же говорю, это смотритель Фрея. А огник может пробить. Там еще некоторые герои. Но сейчас попробуем найти огника где-то. Ну, стрелок вообще пофиг. Столько дефа, что просто пофиг. Это и при том, что герой, у которого нету такого дефа встроенного. Так, сейчас попробуем найти. О, отлично. Огонь. А тут с автопроком еще героя. Ну ладно, пофиг. Смотрим. Огник 12 уровня. А, тут и Фрэнки нет. Тут точно не вариант. Видите, автопрокеры. Надо, в общем, создавать новый аккаунт и там качать героев. Параллельно. Для теста. С автопроками не подойдет нам. Так, Роза тут ворожей тоже с автопроком, Анубис с автопроком, Лазуля, Фрея. Ну, может, тут получится, но тут, конечно, ворожей этот, они сейчас похерят нам все. Не вариант, видите. Если бы там не было этого, вот так вот вполне вероятно. Там, посмотрите, Анубис у нас получается бьет. И плюс ворожей вражеский. Огник 18-й, и он не справляется. Офигеть. Этот себя отхиливает, ему пофиг. Но Огник по 20 бьет, а тут отхил по 70. Круто. Действительно интересно. То чувство, когда только Фрея может зарешать. Огник не сливает. Да при том, что у нас тут ворожай. И Анубис еще дамажит. Это с ихним уроном. Круто. Ну, в топовой сборке понятно, что Огник сорвет, но все равно. 18-й прорыв. Камон. Жесть. Круто, мне это нравится. В общем, думаю, вы поняли, увидели, что реально круто смотрится. Поехали дальше, поехали на подземке. Интересно посмотреть на подземках, просто его сейчас. Конечно, тут у нас немножко не туда. Если выбросить сюда сразу в центр его, там мина его похерачит. Если вот так вот кинуть, там процентуально они забирают. Ну а дальше... Как видите, просто жесть. Включись. Ну, включись. Они еле его слили. Офигеть. Надо попробовать сейчас еще разок. Там, конечно, включается Атлант. Так, попробуем где-то здесь. Нам надо, чтобы он включился просто разок. Но его стан... А, вот, отлично, включился. Так, смотрим. Надо еще разок. У него от стана нету ничего. Но так они его не пробьют. Если он будет хилиться, вариантов нет. От стана надо просто кого-то цеплять. Ну давайте ради интереса пойдем на седьмую кошмарку. Вот интересно, седьмая кошмарка. И против... Так, это восьмая, нам нужна седьмая. Против малышей посмотреть, противников. Как они будут пробивать его. Тут стана у нас будет хватать. Пофиг, ребят. Это просто жесть. Они его не пробивают. Вообще. Вот СО плюс каменка. Я не знаю, но нету по нему урона. Посмотрите, там 3700 проскакивало.
3700 это максимум, что малыши Ники. Просто жесть, ребят. Да. Просто будет стоять 3 минуты. Так, а ну-ка интересно, против героев выпусти, чтобы ударили. Так, тут у нас, конечно, медузы сейчас начнут дамажить. Это здесь выброшу, вот отлично, две. Посмотрите на урон медузы. Это просто смешно. Офигеть. 50, 100. Хорошо, кидаем. Кидаем кого-то такого. Вот, посмотрите, как они вдвоем стоят, держат урон. Но эту слили опять. Она резнулась. Она, кстати, о, она отлично, на ней слон. Офигеть. Но ее малышеники пробивают. По 130, по 300. А тут вообще деф. Супер. Вообще кайф. В общем, вот так вот. То есть по урону, по дефу вопросов даже нет. Давайте попробуем на забытую. Беру отсюда сюда, поставлю Дрейка. Так, а сюда мы поставим этого ворожая. Он у нас без ремки. То есть не ремочный вариант. Он не включится сразу, не порежет отхил. И не восстановится. Ну, тут доспех слился, скорее всего, на этом. На хроне. Это был слив. Так, давайте против этого попробуем. Слабенький, но тут тоже есть ворожай. Вот смотритель, видели, сколько ударил? 430 смотритель. Все, дальше они его просто не пробивают. Это жесть. 3000. Ну, они, конечно, Махатма там что-то пробует, и ворожай такой же. Вторая эволюция, правда, слабенький чуть-чуть. Нифига они ему не могут сделать. Вот смотритель 400к пробивает. Вот явно видно, сколько смотр бьет. Офигеть. Сколько у него жизни здесь? Что его 400 этот пробивает, а ему пофиг. Чуть-чуть нам не хватило. Не хотят заканчивать бой. Я хочу завершить досрочно. Что за подстава? Надо ждать. Смотрите, не могу завершить бой. Странно. Давайте еще одну. Так, Бугимен есть. Поехали, посмотрим. Ой, Седна. Ну, смотритель опять. Смотритель ударил 400. Дальше все. Офигеть. Вот это жесть, ребят. Посмотрите, как он урон держит. Я офигею. Я просто офигею, что он делает. Бугимен 200-й, да, тут не 12-е скиллы, но сколько героев, они нифига ему не могут сделать. Жесть. Просто жесть. Анубис, Бигфут.
Это жестко, ребят. Андрил какой-то реально. Я в шоке. Сколько героев, они ничего не могут сделать. Да. Опять я не могу завершить. В общем, вот такая вот, ребят, сборка. Пишите в комментах, что вы думаете. Участвуйте в конкурсе. Ссылочка в описании. Нереально круто. Мне он очень понравился. Надо будет его еще потестировать. Пишите, каких вы героев еще хотите увидеть. Ну, сборка реально очень крутая. Каменка плюс ИСО. Нереально ее как-то пробить. Просто мега трэш какой-то. Я не знаю. Реально очень жестко наваливает. И не смогли убить, блин. 5 героев не смогли затащить. Круто. Все. Всем удачи, всем пока. Всем по такому же выражаю.